Сидишь один в праздничную ночь, и никого нет рядом с тобой. Тянки танцуют сладкой рохой, ты один сидишь как лох. Это твой выпускной, когда училка из жалости танцует с тобой. Это твой выпускной, когда даже конченый задрот тащит тянку с собой. То, что она высирает нам постоянно вот в дистанционном обучении, блядь, нахуй нам решать каждый день ёбаные ЕГЭ варианты. Лето, блядь, на дворе скоро будет. Какого хуя? Это 6 июня каждый день мы обязаны сидеть над этой ёбаной математикой. Все нормальные учителя вот задали нам задание и говорят: самоконтроль, ответы, блядь, это то, что вы решили, мне отправлять не надо, а ясен хуй, никто делать не будет. А ёбаная математичка, блядь, дает нам задания, которые ей будут доступны, ну, наше решение. Блядь, я ее ненавижу.